Доброе утро, друзья! С вами я, Ольга Архипова. 30 августа 2022 года. Утро. Я вышла на набережную Нового Света, и что я вижу? В бухте Нового Света к нам в гости приехал парусник Херсонес. Посмотрите. Вот как он выглядит. В бухте Нового Света парусник Херсонес, посмотрите. Смотрите, сколько людей утром купается у нас. Температура воздуха, смотрите, температура воды. Сегодня шторма нет, небольшой накатик воды, поднят желтый флаг, смотрите. Какой красавец Херсонес стоит, видите, друзья? Прекрасная погода сегодня. Люди в поселке есть. Еще раз смотрим температуру воздуха и температуру воды. Друзья, кто еще не знает, что у нас в Новом Свете есть жилье для отдыхающих. Именно у нас, в гостевом доме «Фисташка». Номера комфортные, уютные, от 1 до 2 человек. Номер будет указан в описании. Звоните и бронируйте жилье на бархатный сезон. Чистая набережная Нового Света. Люди есть у нас в поселке. Через 2 дня наступит осень, сентябрь месяц, бархатный сезон. Днем у нас очень жарко, а вечера уже показывают температуру 22-24 градуса. Что значит бархатный сезон на носу? Друзья, приезжайте к нам в гости. У нас все спокойно, все хорошо. Море теплое, воздух чистый, прозрачный. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы есть в Яндекс.Дзене, на Ютубе, на Рутубе, ВКонтакте и в Телеграме. До новых встреч, друзья! С вами была Ольга Архипова.